Мне трудно назвать себя религиозным человеком, но сейчас я прошу всех богов, пожалуйста, храните Аню, и пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли, какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь.
Тихо вы! Мы в засаде или где? Придут, не придут. Придут на стол. Не придут, но повезло им, значит. И хватит. Ладно. А что это за тень? Вон, в окне! Ничего себе. Так, я пока в сторонке пережду. А? Это что сейчас на ходе было? Мертвый.
остаюсь, но в ногах у тебя валяться не стану, не надейся. Я не был трусом. Я защищал своих, девчонок не обижал. И вообще наших.
Алёша, ответьте. Потеряли связь с вами. Что случилось? Тёмочка, дорогой, ответь. Приём. Что там с вами произошло? Всего-то пару часов связи нет. Давайте по их клетке поедем.